У Галины Буевич, председателя Барнаульской городской думы, в Великую Отечественную погиб дедушка. Посадка сосен – ее личная дань памяти ему и миллионам других россиян, погибших в той войне. Уже решила, что скоро приведет сюда внука, так как уверена, связь поколений важна. Вот эту акцию «Сад памяти» инициаторами стали волонтеры Победы. И подхватили ее по всей стране. Это действительно такая народная акция, это желание, это движение нашей души. Очень надеемся, что все последующие поколения барнаульцев, приходя сюда на мемориал напротив, будут помнить, кто принес эту победу. Всего за 4 года проведения акции «Сад памяти» в Барнауле высадили 3500 деревьев и кустарников. Озеленять город продолжат и в рамках других акций и проектов. Еще 2000 зеленых насаждений появятся в городских кварталах в 2024 году. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет произведена высадка около 400 деревьев и кустарников на объектах строительства в микрорайоне Дружный. Это такие улицы будут строиться, как 65 лет Победы, улица 280-летия Барнаула и улица Сергея Семенова. Порядка 200 деревьев появятся в парках города в рамках проекта «Жилье и городская среда». Еще 1500 высадят сотрудники муниципального предприятия по благоустройству и озеленению. Ну а что касается акции «Сад памяти», то только в этом году во время ее проведения город пополнит 500 саженцев деревьев и кустарников. Ну а на бульваре защитников Отечества появилось 5 молоденьких сосен. Татьяна Голубева, «День с толком».